Доброе утро, мои дорогие друзья. Ну вот, нарядила елочку, другую елочку. Хорошо, когда их много. Еще у меня есть серебристая, но как-то уже давно такие никто не использует, и она у меня лежит в коробке. Но зеленая лучше, правда? Вот мне как-то больше она вот больше нравится, хотя когда-то мне очень хотелось белую. Вот, прочла комментарий. Кто-то мне там написал, что надо вот здесь рядом с елочкой убрать все и поставить вазу с апельсинами или с мандаринами. Ну, это хорошее, конечно, предложение. Но вот верхние полочки, девочки, они у меня узенькие очень. Туда никакая ваза не станет. И тем более там на этой... На этих полочках стоят такие вещички, которые мне когда-то девчонки мои дарили именно к Новому году. Вот был год мышки, вот там вот маленькая мышка. Это мне Олечка присылала такую мышку. Этот год зайчика был, Таня подарила мне зайчика. Мышка вот там вот выше, это... Тоже Люда дарила, мышка была в игрушке, Людины эти самые, как их зовут, ангелочки. Ну, а здесь подсвечники из Avon. Но тут камушки, конечно, вот так вот стоят. Часы, ну, можно вот сюда, наверное, вот убрать поезд куда-нибудь подальше под елку и сюда поставить вазу с мандаринами, конечно. Но у меня, девочки, мандарины не задерживаются. Если я их покупаю, то они мне съедаются моментально. Я не могу, когда они вот спокойно стоят в вазе. Вот. Ну, вот так вот. Как вам такая елочка? Давайте свет выключим. Вот, выключим свет и посмотрим, как она вот смотрится. Ну, неплохо, да? Сердечко, может быть, там вот красненькое, может быть, оно лишнее. И вот шары вот эти вот, гирлянда под елкой. Сюда, может быть, положить тоже гирляндочку такую многоцветную с маленькими шаричками. Может быть, лучше будет? Как думаете? На эти ветки тоже добавила веток, короче, и повешала вот эти вот цветочки такие синенькие. Не знаю, чего я синенькие покупала, они красненькие. И шарик положила, чтобы как-то немножечко поярче было. И там стоит вот такая вот вещичка. Вот такая вот, девочки, елочка тоже как-то в фикс-прайсе брала. Их можно вынуть, вот прямо деревянная, даже интереснее, правда? Если, может быть, какую-то сырную нарезку сделать, но это будет потом. Это будет потом. Так вот хожу, переделываю. Так можно до самого Нового года что-то переделывать. Искала, потеряла вот эти вот салфеточки красненькие. Решила, что мне на Новый год и на день рождения мне не нужна скатерть. У меня есть новогодняя скатерть, у меня есть золотистая скатерть. Но так как я не собираю гостей, я решила, что скатерть мне не надо. Я положу на стол 4 вот таких. Вот потеряла 2. 2 есть, 2 нету. Перевернула все шкафчики. А ну заодно пыль протерла, посложила все как надо. Тут делай, девочки, каждый день. Я думаю, у каждого такое есть, что начинаешь, за что-то берешься и пошло-поехало. И там беспорядок, и там вот пока искала вот эти вот салфеточки красненькие, я перевернула все шкафчики, все полочки перевернула. А оказалось, что они лежат у меня, есть у меня плетеная такая корзина, которую я... Когда мы на улице в беседке, там кофе пьем или что, я там салфеточки лежат, и там выносятся чашки, все, и вот там нашла. Но пришлось перевернуть все на свете.
А заодно нашла тоже, что долго-долго искала. Я уже сегодня пришла ко мне Оришка, я говорю, может быть, я Максюшке отдала? Он очень любит вот что-то замораживать. Говорит, дома постоянно что-нибудь морозит, то молоко замораживает, то еще что-нибудь. Я говорю, Ариша, может быть, я тебе, Максюше, отдавала это? Она говорит, нет, не отдавала. Нашла там, где совершенно не должна она быть. Вот эта штучка. Я сюда хочу сварить кофе, налить и заморозить. Вот, почитала в газете, что можно кофе лицом протирать. Смотришь, будет загорелое. Вот. Раньше я как-то замораживала, ромашку замораживала, протирала лицо. Потом я это дело забросила. Ну вот, нашла. Теперь что-нибудь нахимичим. Оришка пришла, я ее попросила купить мне кое-что, потому что ей надо было на рынок идти. Думаю, ну чего мы вдвоем потащимся? Вот, и она говорит, я не купила тебе яиц, купила только один десяток, потому что совсем не такие, как ты любишь. А я не люблю маленькие яйца со страшной силой, потому что маленькие яйца – это двойная оплата получается. Всегда надо больше их варить. Два яйца вместо одного. И что, у нее-то... А она против, что не было яиц тоже? Тоже туда не привезли еще. А что это такое? Там вообще у них пусто на пути. 11 час и не привезли. Потому что дороги не чищены, еще даже машины не проезжали. Ну ладно, положи в холодильник их, пожалуйста, сейчас. Тогда. Устала? То, что на рынке там вообще не пройти. Месиво. Да? А мне вот было 2 дня назад, ничего, можно было уже там как-то это подтаивает самое. Подтаивает весело. Ладно, еще время есть, я куплю потом еще. Вот, но зато она меня сегодня с утра учила, как надо оплачивать по карте. Вот, я же, девочки, не умею ничего. Вернее, по карте я умею оплачивать... телефоны. Вот это я умею. А квартиру я никогда не оплачивала. И я ей говорю, вот ехать надо на почту. Это надо маршруткой. Туда 1,80 рубль. Обратно 1,80 рубль. Столько денег. За эти деньги можно конфет купить. Столько конфет вкусных можно купить. Так жалко. А пешком эти, это вообще нету сил. Вот. Короче, мы... Она говорит... Давай я тебе все это сделаю в телефоне и будешь платить. Ну, не сможешь платить, я приду заплачу. Главное, деньги, чтобы были на карточке. А карточка-то у меня есть. Вот, так я, она говорит, я положу тебе деньги туда. Я ей дала деньги, она в автомате. Ты в автомате ложила или... Нет, у этого мальчика. Это вот этот, который возле аптеки у нас, можно положить деньги. Ой, как хорошо. Ну, отделение банка мини. Отлично, отлично. Значит, я теперь так буду делать. Я пришла на базар, положила сюда деньги, ты мне там быстренько там научила меня, и я это все очень хорошо. Даешь вот просто карточку, поняла. Деньги, говоришь, ой, ему сколько... Он тебе потом говорит, когда там все внесет. Ясно, это от этого банка. Ясно. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Я очень рада, что мне не надо ехать и это самое. Поэтому я Арише говорю, подойди ты к Анжеле. Она мне говорила, какие у нее там вкусные конфеты. Я говорю, вот положи деньги, там как раз надо 95 рублей заплатить. Я говорю, 5 останется. Я говорю, на эти деньги купи конфет. Конфеты дорогие. Это на 5 рублей получилось? Да. А, зеленые опять купила. Зеленые я пробовала уже. Они не очень. Я же не знаю, ты же сказала с целью. Она говорила, 3 видов у нее. Ну, вот они, 3 вида. Но эти, это озеро называется. Озеро или как они зовутся? Ну, как-то... Они ничего, но хотелось еще другие. Это самое. Она и так немножко такая... Может, попозже, или ты уже все уходишь? Я говорю, нет, я уже все закончила, походу, по рынку. Ладно, иди. Ну, вот тогда скажи Томочке, пускай сама приходит и становится за прилавок. Она просто была... А чего ей не так? Она на улице была, коробочки вывешивала. Ей тяжеловато ползать туда-сюда. Все понятно. Ну, вот уже... эти вот я пробовала уже. А она, смотри, она какую-то зеленую положила тут еще. И черную. И черную. Вот она мне говорила, она называла такие интересные названия. Вот, девчонки, смотрите, какие красивые. А как эти называются? Кола какая-то. Коля.
Коля. Первое слово какое-то. А какое первое слово? Да, первое слово я не вижу. Оно заложено в этом. Мама Женя. Папа вот. Коля. Мама Женя, папа Коля. А это зеленое что? Там какое-то озеро. Озера. А, и зеленое тоже, просто в другой бумажке. Пралине с цельным фундуком. Вот. Эти я пробовала. Я их внутри рынка покупала, вот эти. Она мама маленькая Женя. Просто конфетка. Мама Женя там. Тоже. Но. А, так видишь, они разные. И она еще какое-то, говорила. Эти мама Женя. Ну. А здесь папа это Коля. Это папа Коля. Вот, сейчас мы это попробуем. Так вот они, вот три сейчас... вида получаются. Это три вида, ну. Думаешь? Она какие-то еще называла. Нет, еще она какие-то. Сказала только эти все. Да? Большие. А, ну ясно. Я сказала ей с цельным орехом, я говорю, там какие-то, я говорю, вы сказали это бабушке, что три вида какие-то вот с цельным орехом. Я говорю, дайте мне это. Тех попробовать это. Я говорю, ну, на 5 рублей. Она такая, хорошо. Ну, она говорит, ну, Даша, да, задачила. Ну, хорошо. Недовольная. Вот. А еще Иришка мне потом позвонила, говорит, Анжела сказала, что получила твои палочки ну, эти. Ну, ты же спрашивала. Я говорю, я буду время... звонить, я тебе звоню, ты не отвечаешь. А я была в комнате. Но. Вот. А я у нее спрашиваю, говорю, вот такие вот палочки. Я говорю, она говорит, в прошлом году не было, и в этом году не было. А тут Иришка звонит, говорит, получили они. Я говорю, почем? По 60 копеек. Вот такие сладкие палочки. Я говорю, ну ладно, мне тогда 5 штук. Две мальчишкам и 3 мне. На елку возьму, вот так вот просто повешу. Они тут... А, это они завернуты в целлофанчик. А то у всех есть, а у меня нету. Ну как это так может быть, правда? Как это так может быть? Это же совсем не интересно. Вот. Забыла еще тебе сказать, надо было медальки еще заодно купить. Ну, я буду. А знаешь, чего я сегодня вообще-то собиралась идти на рынок? Я же хотела в горячий хлеб подойти и спросить про торт. Какого числа мне торт заказать? Люда мне сказала, что киевский десерт, не торт, а киевский десерт у них есть такой. И говорит, он очень вкусный тоже. Потому что киевский там торт за киевским... У них есть торты, да. Но киевский торт, он стоит больше 30 рублей. Надо ехать в эту, в Корону. Вот, потому что посмотрела я торты, как она называется, в Евроопте, там тоже цены, ну, там есть и нормальные цены, есть и большие. Смотря какие, там у них тоже можно в Евроопте заказать торт. Ну, зачем мне дизайном? Надо ехать черти знает куда? Нет, ну, просто говорю, у них тоже еще можно платить, заказать. Еще платить по рубль 80 на маршрутку, когда я могу у нас в горячем хлебе заказать. Не, ну, там вот. Тоже можно в Европе заказать. Я же в прошлом году заказывала. Дизайн там, чтобы написали что-то, цвет определенный. Я обойдусь можно. Без того, что мне напишут, какое, сколько мне лет. Это мне совершенно не надо. Вот. И я подумала, думаю, я сегодня подойду, спрошу, какого числа мне надо заказать, чтобы я его получила 29 числа. Потому что 28-го же его сделают, 29-го привезут. К 30 числу, чтобы он мне не успел состариться, не испортился. Так наоборот, закажи 29-го, 30-го. Да, я еще 30-го встану, буду краситься и попрусь это самое. Приду, у меня будет висеть 3 сосульки на мне, глаза будут размазаны. И зачем мне надо? Хоть я, говорю, гостей не собираю, все, а все равно. А в любом случае я хочу сама для себя иметь этот самый, чтобы... Даже салаты тот в хорошем виде поесть. Так, Аришка еще купила племянникам своим. Да. Своим племянникам подарки к Новому году. Сколько такая штука 6. Стоит? 6 рублей? Да. А тоже он жил? Там конфетки, да. Вот. Купила 2 таких есть подарка. Есть еще со снеговиком. Смотрите, какая снеговиком прелесть. И с елочкой. Ой, я со снеговиком ну, и с картинка снеговика и картинка елочки. Ну, с новогодней там. Но она тоже такая просто узкая. Узкая тоже такая. Пеналом, да. А открывается или нет? Или вот, она запалена? Нет, запалена. Это пенал, как ты откручиваешь. А, там, наверное, горошинки какие-то. Нет, там шоколадные конфеты. Ну, там не горошинки. Ну, ты же слышишь, вон оно как там, гремит там. Там их видно, они как кубиками. Вон, ты ж присмотрись. Сейчас я одену там очки. Там очень плохо, но можно представить, они как квадратиками конфетки идут какие-то. Или вот как полукружочками в фольге они. Подарите мне такую штучку, я хочу такую елочку. Оно ж, видишь, как бутылка запаяна. Ага, я хочу елочку такую. Ай-яй-яй, тут скотч.
Я даже не заметила. Ну, так видишь, специально, чтобы ты не открыла, не сожрала. Нет, оттуда. Скотч у нее просто приклеен был. Деда Мороза, по крайней мере, по-моему, наверное... я последнего забрала. А я Деда Мороза не хочу? Ну, так как для мальчики и для девочки, я решила Деда Мороз мальчику, а ну, Снегурочку девочке. Ну, правильно. Они одинаковые брать, пускай будут разные. Ну, конечно. Так что вот, смотрите, какие вот оригинальные, правда, подарочки? Я такое видела в Трио по 7 рублей. Ёлочку хочу. Это не наши, это волгоградские. Хочу. Россия. Ну так там придумывают, а у нас только коробочки. Вот, я коробочки. Видела в Трио такие же, вот продаются по 7 рублей. А тут у Анжелы. Ладно, видела, я уже себе подставила. И думаю, что мне ехать в Трио за 7 рублей тратить еще деньги на праздник, когда у Анжелы такие ну, же. Ну, правильно, вот 2 рубля тоже. Себе сэкономила. Так, а еще Иришка мне купила баранков. Целый мешок. Целый мешок. Надолго хватит. Почти на 4. Ну и хорошо. Они не черствеют замечательно. Она изначально мне один пакетик дает на 2 с копеечками. Я говорю, нет, мне, говорю, мне заказ от 3 до 4 рублей, пожалуйста. Правильно. Так, давай будем пробовать. Ну вот эту зелененькую тебе ты такой не пробовала, и коричневенькую тебе попробовать. Папу. А сейчас мы да. А сейчас мы откроем и посмотрим, что там за конфетки. Так это ты вот папу дала мне. У тебя папа? Ну, и ты папу откроешь. Они что-то и мама, и папа... Мама коричневатая, а черный это папа. А что, еще коричневые и черные? Ну вот, коричневая. Это мама, а черный это папа. Это Коля. Да, и эту Колю ты взяла. И это Коля. А, они родители. А это мама Женя. Это и мама. Зеленая мама а Женя. А это? Мама Женя. Мама Женя. А тебе что дала? Ты мне дала папу. Папу? И озера дала. Так, на тебе маму еще. Так, а я сейчас буду пробовать тоже. Маму и папу. И останется... 6 конфеток получается на это самое. Там целый орешек. Я понимаю, они сейчас заморожены немножко. Ну, Мария, аккуратно. Она ж на улице торгует. Так, она, а что она белая такая? Замороженная? Замороженная. Смотрите, какая конфетка такая вот. Ну, она как вот, я же тебе говорю. Я зубы сломаю. Вот, я вот эту раскусила. Здесь как помадка идет, но она подзамороженная. Я сломаю зубы. Крем. Вот, Ариш, я нашла. Я... перевернула все вот эти ящики, искала красные эти штучки. Потом я вспомнила, что у меня же есть это, что я всегда выношу в беседку плетеную штуку эту. Ну вот, сейчас я разрежу. Ой, Аришка, посмотри, пожалуйста, вот это. Вот рядышком не выброси. Вот беленькая лежит. Это не Максюшкин зуб? Нет, это орешек какой-то. Я его нашла нет, возле... это орех, он даже разламывается, да? Орех. А то я нашла возле елки, думаю, может быть, это он потерял свой зуб? Нет, как-то... он свой зуб теперь не нес, он дома потерял зуб. Он дома потерял Ой, зуб. Сейчас покажу. А внутри вон что-то. Ой, что-то отвалилось. Снизу что-то розовое, и оно сыпется, потому что я раскрошила ножом. Надо было бы сделать почаще кофе. Я тоже волгоградская область. Но. Надо было бы кофеёк сделать. А ничего не написано в состав. Вообще никакой не написано. Вообще вкусненько. Орехи, арахис, кунжут, сухие молочные яичные продукты. Ну, замёрзшую лучше не есть. Жать пока, да, отогреется. Потому что хрустящий шоколад... как-то не очень. Все. А еще тут понакрошила. Но я уже перед камерой не буду засыпать себе в рот. А то потом комментарии будут неприятные. Как не культурно. Хотя вы очень любите плохие комментарии. Есть о чем поговорить, правда? Сколько я там уже наболтала? Нормально наболтала. Можно. Это чего ешь? Не ждешь, пока растает. А в папе он более горький шоколад.
Не молочный? Надо было мне подождать. Прям более горький. Я не испытала этого, как это, кулинарного оргазма не испытала. Пусть бы сегодня снега не намело. Я бы завтра сама сходила и в этот самый елочку себе такую купила. И... Ну, получается, темно-зеленая. Ну, угу. Вид елочки, как веточки и игрушечки. Ой, какая прелесть. Если не раскупят у нее там. И нет, это... ну, по-моему, елочки у нее еще были. А вот Дед Мороз, она сказала последний, с витрины мне дал. Ну мне Дед Мороз не надо. Я хочу елочку. А у меня, я сейчас, слушай, посмотрела, посмотри. Снег разломал эту самую тую. Угу. На рынке сыпется с крыши тоже. Все время она стояла целиком, а сейчас он стояла еще с утра нормальная. Сейчас я вам покажу, что случилось с моей туей. Смотрите. Отломал, в бок торчит половина. Серединка кверху, а это весной надо будет ее отпилить. Вес. Надо будет отпилить. И кустики, которые возле забора, вот этот мой дюшес, и все вообще свалило их все. Ну так такая гора снега. На беседке вон непонятно, что делается. Там, наверное, полметра. Полметра снега. Вот. Ну, что ты там уже делаешь? Ищу. Кого? Это вот там, где я в Трио смотрела. А что это? Это вот, то, что я эти самые конфеты? Там ну, интересно, да, вот она. Ну, да, вижу. Синенькая. В виде конфеты большая. Шарики какие-то. Я думаю, что в короне там тоже есть такое. Подарок с символом года 4,50 внутри шоколадные конфетки с начинкой. И есть еще с разными рисунками. Набор побольше, 170 грамм за 8 рублей. И здесь такие красивые шоколадные конфетки. Еще есть снеговичок. Это в Трио. Ну, я туда это вот я с Трио-то смотрела вот эти, то, что интересно выглядит, ну, что-то новое. Сколько баночка вот это? И сами конфетки с вареной сгущенкой. 12,50 или 15,50. Ну, я тогда даже фикси покупаю. О, это чудо. Маленькое. Это не чудо. Нет. А что это? Это волгоградские конфеты все. Маски. Ну, бумажка точно как волгоградская. Ой, как это маленькое чудо. Нет, показалось тебе. 22 рубля 30 копеек. И сами конфетки в виде масок, а начинка с арахисом и вафельками. Мне нравятся необычные вот сапожки. Один стоит 21 рубль. И внутри 150 грамм конфет со вкусом грецкого ореха и вафелек. А красный сапог стоит 15 рублей 50 копеек. Какая красота. А из чего это они сделаны, сапоги? Космосы. Интересно, что остается потом вот оформление. Да. Вы не разломали коробочку, которая в прошлом году мальчишкам дарила? Микс 10 рублей 50 копеек, а цветной 14. Смотрите, какая красивая упаковка в виде книги с символом. Ну, какие молодцы. Как, сколько сделали красивых подарок. А не просто бумага. Вот, финал. Ага. Сейчас елку покажут? Вот она, елочка зелененькая. С глазками была. Елочка, а здесь внутри 120 грамм дрожжей, стоит 6,50. Небольшой наборчик рублей, здесь 100 грамм раз. Сейчас поближе. Зелененькая, там карандаш какой-то. Ну, так они же все в виде карандаша. Вот эта елочка. Она неинтересная. Вот елочка, Дед Мороз, там Снегурочка была и снеговик. Мы снеговика быстро пролистали опять. Ага. Дедом Морозом. Пенал чудес всего за 7 рублей. Понятно. Здесь 100 грамм разных конфеток. Такой не было. И там какая-то еще девочка. У Анжелы не было. Ну, может, привезут ей еще. Небольшие наборчики шоколадных конфет с начинкой. Ладно, все очень красиво. Не ешь конфету, дай нагрейся. Заплати мне за это самое, за квартиру. Смотри, будем учиться. Ой, так, это нельзя показывать. Я же видео снимаю, а ты мне сейчас... А дальше можно сейчас. Пароль ведется, а дальше можно. Ну, я сюда уже и не смотрю. Заплатила, так. Положила. Вот. Баланс.
я сейчас все равно не научусь. Это мне надо быть внимательной. Я просто так, нет, сделай и все. В следующий раз я буду учиться, хорошо? Сейчас у меня голова про конфеты думает. Ладно. И про красивые подарки. Все, мои хорошие, на этом все. Хватит мне тут это самое, потому что я хочу с Аришкой пообщаться. Ей надо скоро будет идти за Мишкой. Она ведь Мишку в сад утром привела. А дай обратно мне чеки надо. Мелицу высчитать надо. Сейчас. А то забудем Мишку с сада забрать. Нет, с разговорами. Если не забудешь, если позвонят, напомнят. С подарками, с игрушками, со всем. Вот, она утром пришла, вела Мишку в сад. Вы же знаете, что он в саду у нас тут близко, на нашей улице. Это так хорошо, вот, что мы теперь рядышком живем. Ну, и теперь в 12 часов его надо забрать. Поэтому сейчас мы оплатим все. Она меня научит. А может, и не научит. Мне надо записать, чтобы не научиться. Я тебя сохраню, как у тебя в телефоне во втором. Чтобы тебе просто нажать. А что у меня во втором? Ну, телефоны, когда ты оплачиваешь. Или по Берлину. А я оплачиваю по этому телефону. Не по этому. У тебя здесь ничего не сохранено. Но по этому телефону я оплачиваю. А, у тебя с Приор банка. У меня с Приор же банка. А разницы нету. В Белагропроме то же самое. Ты нажала на значок. Тынь. Нажала пальчиком. И тебе только вводить надо будет вот эти показания, ну, вот эти, вернее. Ну, это не все, это не для моего ума. Ты же вспоминай, сколько мне лет. Я не могу так все это быстро запоминать, как это делаешь ты. Поэтому это мне надо будет несколько раз оплачивать. Но главное, что мне не надо будет ехать на почту. Я столько сэкономила на проезде и на своих ножках. Оно удобно. Я никогда не оплачиваю коммунальные на почте. Все, мои хорошие, на сегодня все. Встретимся с вами завтра. А вы подписывайтесь, пишите комментарии. Не ленитесь, пожалуйста. И ставьте лайки, если вам нравится. Ну, не нравится. Если кому очень не нравится, то лучше проходите мимо. Писать какое-никакое не надо, тем более перед Новым годом.